надо все еще и трекер. Зашлеп, заштегивать надо, потому что австрийцы не поймут. Снимаем обязательно. Сейчас мы работаем. Давай, передавай. Угу. Фрейм директор 6 частей. Делайте, как правильно. А смысловое падение? Ну, был как-то непонятно в какие моменты. Даже траектория написана. Если близко флажка проходит, то сделано. Сейчас вот есть. Да. Так. Сейчас вот этот вот заезд. Вот он записан, как ты проехал. Он, ну, удачно по скорости. Мне было, например, комфортно и интересно. Да? Ну, как-то попадать. Медленнее уже там, ну, непонятно. Медленнее, да, это неестественно. Здесь дорога, на самом деле, соответствует. Но коридор не широкий получался, да? Да. Вот здесь вот так. Давайте попробуем. Там какая разница? Там настроено. Мне просто ехали, да? А, извините. А вот этот вариант. Надо сразу пробовать. А хотя бы руками. Надо разогнать. Все, сначала скорость была маленькая, скорость, потом я уменьшил, да, скорость увеличил, потом скорость я снова уменьшил. Потом... Вот это вот самое, скриншот сделал с домика. Вот это такой, ага. Так, скрин нажал. Печатач. Еще помедленнее. Еще прям совсем раз.